Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня вам покажу, как сделать так, чтобы у вас работал TikTok. Вот эта вот программка, и она грузилась, и у вас все работало. Чтобы у вас видео грузились, как вот у меня в данный момент, вы могли ставить комментарии, вы могли писать комментарии, они публиковались. Вы могли делиться, добавлять закладки, и у вас не было никаких вообще ограничений. Также вы могли, чтобы переходить между аккаунтами, ставить лайки друзьями, запускать стримы. Все как вы любите. Сейчас возможностей мало, почему-то TikTok и блокирует, они не работают. Но тем не менее, я сейчас вам покажу нужный способ, который поможет вам реально сделать так, чтобы у вас все работало. С вас лайки, подписка. Ну, смотрите, как мы вообще делаем так, чтобы у нас TikTok работал. Мы просто заходим в Play Market, в поиске пишем вот так вот TikTok. Сейчас вам покажу TikTok. Вот так вот в поиске. И здесь у нас есть программа TikTok. Если у вас старая версия, вы просто обновляетесь, и у вас происходит то, что у вас он не работает, как правило. Почему-то TikTok не активный в Play Market, либо у многих людей вообще его нету в Play Market. Не знаю. Либо же он грузится, а потом вы заходите, вы не можете зайти ни в свой аккаунт, вы не можете посмотреть видео, вы не можете написать комментарий. То есть практически он у вас как будто, знаете, полностью ограничен. И может быть из-за того, что вы не делаете обновления, потому что обновления старой версии, они не работают. И лучше всего проверять, приходит ли вам обновление. Если есть обновление, все-таки обновляйте. Это может тоже влиять на то, что у вас будет очень плохо работать TikTok. После обновления вы проверяете свою версию, и она у вас, как правило, все у вас должно работать. Там какие-то будут обновляшки. Вот смотрите, видите, обновил я только что тоже при вас, и у меня все работает без проблем. Но если у вас не работает и дальше, то я вам могу только посоветовать зайти в мой телеграм-канал, я вам оставлю ссылочку, и здесь у меня будет для вас очень много полезной информации. У меня для вас здесь будет версия ТикТока последняя, то есть я ее не буду закреплять, она будет просто... Смотрите, заходите в этот телеграм-канал, обязательно присоединяйтесь, чтобы вы не потеряли информацию, а потом вот так вот листаете вверх, потому что здесь могут выходить посты, то есть я каждый день обновляю, и вы просто листаете вверх, пока не увидите вот этот вот вот такой вот пост Андрухич. И здесь будет TikTok мод. Это модификация очень популярной социальной сети, в которой пользователь делится различными короткими роликами на различную тематику. Значит, этот мод включает в себя обход всех ограничений на загрузку других блокировок различных стран. То есть это модификация с дополнительными функциями, плюс тут дополнительный плагин есть. Вы вот плагин сперва скачиваете, устанавливаете, а потом ставите вот эту вот версию. Ставится она быстренько, и за несколько секунд у вас уже будет полностью готовый TikTok на вашем телефоне. Если же он у вас вдруг по каким-то причинам не будет работать, то здесь есть еще один TikTok. Просто вам нужно подняться вверх. Здесь вы тоже увидите вот мод. Это уже немножко другой. И здесь видите 131 мегабайт он занимает. Вы заходите, скачиваете. И у вас, в принципе, этот мод тоже должен заработать. И у вас никаких проблем не будет. Если кто не может найти, вот вы, к примеру, зашли на это видео, ему уже полгода, либо больше, просто нажимайте на вот эту вот в правом верхнем углу три точки, напишите, появится поиск, и вы здесь напишите вот так вот TikTok, и нажмите просто поиск. У вас выбьется сразу вот этот вот мод, и вы его сможете найти быстренько, то есть без каких-либо ограничений, без каких-либо проблем. Либо же просто перейдите на английский язык и тоже напишите на английском языке вот так вот TikTok. А вообще я вам, наверное, оставлю, знаете, больше всего будет правильнее оставить ссылку, наверное, на него в описании к этому видео. Вы сможете найти ссылку, сразу по ней перейти, и у вас моментально будет сюда вас перенаправлено, где вы можете вот это вот все скачать. Это, наверное, будет намного лучше. Ну, то есть я оставлю вот этот вот файлик. Ну и вы уже можете установить его и пользоваться ТикТоком. Как видите, у меня все работает, то есть интернет подключен, и я могу заходить вот на канал. Давайте даже зайдем на главную, чтобы вы увидели. Я могу зайти на главную и вот так вот его даже по лагерю. То есть видите, все работает, нету никаких ограничений.
Вот такое вот видео, надеюсь, оно вам станет полезным. Здесь оставлю еще пару роликов, смотрите, пишите, что вы думаете, получилось ли у вас с модом.